Алексей, с победой поделитесь впечатлениями, собственно, о встрече. Ну, я думаю, что начали очень бодро и хорошо, и играли все 60 минут на хорошей скорости, и создавали много моментов, бросали. За счет этого, я думаю, добились успеха. Алексей, вы впервые в этом сезоне, по-моему, оказались в первой тройке вместе с Кадейкиным. Впервые такое сочетание. Это вот как-то тренерский штаб карты спутать Назарову решил таким образом? Ну, я не знаю. Это как бы решение тренерского штаба. А в принципе, мы как игроки должны готовы быть ко всему. То есть, если так решили, то есть мы... Естественно, должны соответствовать тому, где мы и как находимся. Но, естественно, игра от этого не меняется. Там задачи наши. То есть работоспособность должна быть на высоком уровне. И как бы, чтобы создавать моменты и, естественно, по возможности забивать тоже. У вас впервые за долгое время был правый фланг и достаточно много игрового времени. Вот как-то на адаптацию у вас время какое-то ушло? Ну, я бы не сказал, что у меня правый фланг был сегодня первый раз. Я, в принципе, играл и слева, и справа все время, то есть в зависимости с кем и когда. Так я как бы не, для меня особой разницы нет, с какой стороны играть, поэтому просто хорошее сочетание с Ильей и с Александром получилось. То есть приятно было играть сегодня и хорошо разыграли. Илья отдал хороший пас сегодня, чем, естественно, помог мне забить гол. И ну, я считаю, что все состоялось, все довольны. Сейчас будем готовиться к выездной серии. Алексей, вот Илья Ковальчук только что сказал, что ему в матче драка понравилась даже больше, чем передача на вас, чем собственный гол. А вам что больше всего сегодня понравилось? Не, ну, во-первых, давайте не будем забывать, что Евгений в самом начале сделал задел такой. То есть все ожидали, естественно, там какого-то... Если, ну, жесткой игры, драки там всего остального от этой встречи, поэтому драка состоялась. Я думаю, он этим самым он завел команду, то есть и придал духа боевого. После этого все пошло как по маслу, поэтому это очень важно и чисто психологически для команды. И поэтому, так как это случилось сегодня, будем продолжать дальше. Драка была ожидаемой. Ну, не то, что ожидаемый, но мы ждали, то есть, всякого. Поэтому мы были готовы, мне кажется, к любому повороту в этой игре. И, то есть, никто бы не отсиживался, если даже было бы что-то другое. То есть, все бы отвечали тем же самым, поэтому. Когда уже счет стал вот таким, скажем так, невозвратным для Бориса, не было ли большего количества, может, провокаций там каких-то вот таких мелочей? Ну, я бы не сказал, что были какие-то провокации или еще что-то. Мы просто продолжали играть в свой хоккей, напористо лезли, бросали, добивали, создавали моменты, то есть не останавливались. И это очень важно было для того, чтобы не дать сопернику оклематься и отыграть какие-то шайбы. Поэтому сыграли хорошо и в большинстве, и в меньшинстве сегодня. Так что все старались, и все получилось.